have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Всем здорово! Сегодня мы с котом и чайником анонимусом, этим пустынным лисом. Я не знаю, сколько твоих регалий и имен произносить при том, когда мы здороваемся. Да, одного хватит. Сегодня мы пойдем в Breaking Point. Собственно, мы уже здесь. Сыграли буквально одну карточку для разогрева, потому что пустынный лис вообще без понятия, что это такое, с чем. Блин! Лампочку. Ой, ненавижу эту кнопку. За что? Ничего ж не видно. Подожди. Она меня зарезала. Лампочка восстанавливает. Да, лампочку можно в тактических целях гасить, но. Блин, валяюсь на столе, как торт. Я уж хотел читерскую штуку под названием Гамма врубать. Винни-Пуха убейте! Резня! Маша! Ты видишь, да? Вижу. Пипец, это что такое? Он все убивает. Все, мёртв. Помирили. Давай. Кот вообще, кот офигенно хорош в этой игре, если что. То, что ты его убил, это вот просто тебе повезло, что он сидел буквально не за компьютером в соседней комнате, он не успел добежать, а так? Посидел, уворачивался. Фишка в том, что он метает ножи очень хорошо. Что? Ну да, его перекидали. Вот. Он метает хорошо, а я дерусь хорошо. Поэтому такая вещь, я пытаюсь часто на сближение идти. То есть, собственно, я его в упор, то, что я ему в печень нож воткнул, это я правильно, да? Атаковал. Повезло. Хотя мне больше подходит немного другое видео. Убивать. Ну хоть не резня. Резня тоже есть. Ну я предпочитаю стрелять. Стрелять. О, убийца среди нас. Амогус. Сейчас будет Амогус. Блин. Кто? Справа кто-то. О, страшно. Ты не убийца? Я не убийца. Я живой. Погоди. Кто-то справа. Я думаю, вот это в желтой шапке. Или в желтой шапке, или чувак в наушниках. Голосуем за желтую шапку, она мне не нравится. Она заняла первое место. Вы тупые! Да! Вы тупые! Люблю демократию. Ага. Значит, чувак... Вот это вот рыжая, наверное. Так, нет. Так, погоди, это вообще ты можешь быть? Ты тоже сидишь справа от меня. Я слышал пистолет справа. Бить кота. Сейчас тебя убьют. Да я знаю, но что поделать. Меня убили. Нет, меня. А, убийца ливнул. Раунд закончился, потому что убийца ливнул. Лох. Утверждают таких людей? Кстати, да. Нет, с другой стороны, всегда есть шанс, что его просто выбило, и тут ничего не сделаешь. Да. Так, случайное убийство. Ненавижу. Нет. Ну что ж. Нет. Кого? Не надо. У тебя 5 секунд. Ладно. Ладно. Ты что, промазал? Нет. Нет. Видишь, у тебя соседки больше нет. Спасибо. Не я такой. Пока Винни-Пух. Бедный Винни-Пух. Что он тебе сделал? Нет. Чувак. Я там еще... Нет! И фиг ли... Мсти! И фиг ли? За что? Я умру. Да. Тут, по-моему, какие-то школьники с нами играют, мне кажется. Я там слился, тебя. Не меня. О! Фридман, привет, чувак. Здорово, хорошо, что ты подошел. Спасибо, подходи, сейчас будет весело. Значит, Человек-паук не надо. Хороший. Кто хороший? Где? Человек, где ты видел? Паук. Где ты тут хороших людей видел? Не убивай человека-паука. Нет!
Человек, но мертвяк. Та-та-ра-тан-та-та-ран. Нет! Кот, отомсти за меня! Все мои друзья умерли. Я умру в следующем. Надо было, она знаешь, хотела меня убить. Надо было убивать скрытно. Да-да-да. Меня сейчас убьют. F-кота. Кот выжил! Кот жив! Я жив! О, у тебя есть хак на эту игру? Не надо, нормально, поиграем так, без хаков. Давай, есть! Да, лампочку! Есть! Это победная. Я тебе говорю, что кот хорош в этом. Так, хорошо, значит, нас четверо здесь теперь, супер. Дотанцевался, блин, развалился просто на части. Так и должно быть, все нормально. Осуждаю данные выражения в чате, кстати. И еще кое-кого, но я, пожалуй, про это не буду, иначе вас забанят. Ладно. Вот к этому не надо, мы к этому не стремимся. Победил. Победил. Нет, я промазал. Нет! Бедный человек-паук. Я просто промазал. Я хотел вот её убить. Файт. Рызня. Почему все убивают своего соседа? Я не знаю. Игра называется «Убей соседа»? Человек-пайка? Что? Её за это зарезали. Это опасный район, здесь могут зарезать абсолютно за все, что угодно. Надо будет убить эту девушку в шапке Нуба. Да, она какая-то слишком агрессивная. Желтая, которая с Нубом на плече? А! Гаси его! Блин, зачем ты убегать начал? Расскажите, как кидать нож, я на Дали люблю держаться. Зажми кнопку мыши или нажимай на Q или I. Короче, понял, да? То есть просто, просто нажимаешь на кнопку — это удар, а зажимаешь — это бросок. Наверное. Короче, смотри, есть вот этот режим и есть Murder Mystery 2. Блин. Так как? Ну я же развернулся вовремя. Блин, же ты же вообще же... Ну серьезно, что-то меня убиваете. И в этих двух режимах я постоянно хедшотом. Вот, в этих двух режимах я постоянно забываю, как метать нож, потому что и там это нужно, но и там это делается по-разному. В общем... Машинку, залазь. Чё? А, там, ну не знаю. Меня подождите. Меня скинули, подожди. Сейчас, вот так. Вот, давай, лезь. Фрум подкинь. Кот, давай, ты следующий. Давай. Отойди немножко. Я сделал тебе лесенку. Осторожно, вы меня почти столкнули. Нормально. Держимся. Нет. Так. Нет. Я же говорю, вы меня почти столкнули. Там происходит файт, всякое такое. Мы тут строим башенку. Строим башенку. Вы знаете, кого мы убьем в следующем, да? Да, я знаю. Да, я знаю, кого я застрелил. Ой, сейчас будет тебе ой. В общем, как ты понимаешь, эта игра очень быстро приводит к тому, что ты начинаешь ненавидеть кого-то одного за столом. Поэтому здесь есть маскировка. Мне кажется, вот ей пора маскироваться. Потому что я демонстративно застрелю. О, голосовалка. Ну я понял. Я случайно, поздно. Так, мы знаем, за кого голосуем. Да, нас четверо, наши четыре голоса будут решающими. СПС, блин. Блин, офигели. Давай. Резня. Есть? Молодец. Нет. Да. Вообще, обычно тот, кто победил, всего больше всего голосует. Никто. У кого? У меня? Да. Почему? Нет! Есть? Зарежу. Как? Что? Я же ударил. Ты не успел, да. Да, такое часто бывает. Тут, короче, с регистрацией попаданий вообще отдельная штука творится. Я что, в Escape from Tarkov играю? Да. Ну, той, кто... Я не знаю, нет, там, наверное, все-таки хуже. О, есть! Круто. Мощно. Чувак, у тебя есть Tarkov? Нет. Фу. Ну, давай. Я не настолько отбитый. Обидно сейчас было. Ну ладно, меня в это втянули, я был молод, меня уговорили.
Я просто посмотрел пару обзоров и понял, что это не для меня. Особенно вдохновил обзор Виталия Вереска. Я не видел ни одного обзора, ни одного видео. Просто у меня знакомый такой... Блин, надо было от третьего лица играть. Я ни разу сегодня вообще никого не убил. Блин, куда катится серия? Что за фигня? Поздравляю. В смысле, что за резня? Что за резня? Так вот, это я к тому, что мне друг такой говорит: слушай, я купил Тарков, давай пойдем поиграем вместе. Я такой: окей, взял, купил. Пошли, поиграли, на самом деле мне не понравилось, но мы время от времени ходили играть. Потом началась такая штука, у них пришло какое-то обновление, и оно у меня не скачивалось. И я им пишу, говорю: так-то, так-то, в поддержку пишу, ребят, не скачивается. Они мне говорят: сделай одно, сделай другое, сделай третье, пятое, десятое. Делаю все, ничего не получается. Говорю: ладно, черт с вами, ну видите, не получается, сделайте мне рефанд, и все. Не, блин, мы рефанды не делаем. И тут, короче, меня взбесило. В смысле вы не делаете? У вас кривое, нерабочее говно, и вы не хотите за это деньги возвращать? И все, я его после этого удалил. Да-да-да-да-да, ну что ты думал? Это были, это были очень обидно выброшенные деньги, но, с другой стороны, это были деньги за урок. Урок в том, что или ты покупаешь физическую копию, или ты покупаешь в Стиме. Все. Потому что в Стиме возвращают деньги, я знаю, я уже рефандил пару игр, там с этим все нормально. Но тот же PUBG. Да, кстати, я когда-то купил PUBG, мне было интересно, я уже попробовал некоторые Battle Royale, думаю, возьму PUBG. Взял, поиграл в него одну каточку, налутался, дошел там до топ-15 или что-то такое, меня убил человек питон, и я такой: и что, так каждый раз будет? Не, все, спасибо, и сделал за него рефанд. А сейчас он, кстати, бесплатный, ну да. Он бесплатный, я в него катаю. Прикол в том, что там нет баланса, и то есть... Абсолютно, вот я, я в первой же катке встретил челика с 337-м лейблом, которого я застрелил с СКС. Пока он лутал аирдроп. И чувак такой с этим с 300 каким-то лейблом: ну да, пошел я нафиг. Нет, просто у меня же такая, типа, стиль игры: стреляю во все, что движется. Но я как бы вижу, мимо нас проезжает тачка. Ну, мы только упали, лутаемся, видел, аирдроп падает. Но я по ним пострелял, они на нас обиделись, короче, когда мы ехали, они прострелили нам колесо. Мы кубарем покатились за камень в машине. Оперативно высыпались и перестреляли их. Да, прикольно, прикольно. Нет, знаешь, ты сказал, что стрелять во все, что движется. Проблема этой игры как раз в том, что там почти ничего не движется. Первая половина игры — это лутаться, вторая половина игры — это угадай, какой куст в тебя выстрелит. Еще на топовых боевых рейтингах на танках War Thunder не играл. Там ты пытаешься угадать, какой в камень в тебя стрелял и с какой части карты. Ненавижу. Круто. Там, чтоб ты понимал. Говорят, нажми Alt F4, чтобы быстрее грузилось. Знаем такое. Да. Че сразу все за меня голосуют? А я-то че? Я не за тебя, мне все равно. Я вот за желтого челика. Да, ну, зачем? Я замаскировался. Короче, нельзя маскировать. Да. Ну так вот, на топовых боевых рейтингах я иногда, когда играю, типа, вот я выезжаю с респауна, и в меня прилетает противотанковая управляемая ракета. А знаешь откуда? БМПшка, стоящая на горе, за респауном. То есть их спаун, и вот за ним гора, и вот там стоит чел всю катку, пока его не убьют. Если убьют. Если убьют, то он там больше стоять не будет. И то не факт, он может взять дублер и приехать туда опять. В кого ты замаскировался? А я уже все снял маскировку. Я был чуваком в очках. А, с этим, с усами накладными и носом? Да, меня убили. И никому не понравилось. Окей, так. Убийцы. Бекон, не надо. У него пушка не сработала. Ой. Убили. Моего врага убили. Повезло. Я тоже хотел ее застрелить. По-моему, тут полстола сидят, которые хотят ее застрелить. Так, я, пожалуй, убью твою соседку. Так, убиваем, мне пуха.
Винни-Пух, блин, уже три осечки с начала раунда. Как вам такое? Да зачем? Каждый раз пип. Нет. Она коту. Нет. Да. Я отомщу. Публично. Мне это напомнило сцену из «Мафии», типа, мистер Салери шлет вам привет, и такой Бах Томпсон заедает. Черт! Да что? Черт. Тебя застрелили? Да. Ну все, мне хана. Они не знают, что ты из нашей банды. Нас ники выдают, тебя ник не выдает. Знаешь, если они будут смотреть ваши серии, то меня будет скин выдавать. Я если они будут смотреть наши серии, у нас будут прибавляться просмотры. Это не так работает. Это ж хорошо, что у вас будут прибавляться просмотры. Да, согласен. Никто азиаточка не убивает. Сейчас исправят, подожди. Да нет. Не да, исправили. Я думаю, что азиаточка — это такая хитрая манипуляция на чувствах верующих. Мне кажется, надо ее застрелить тоже. Ну. Самоубийся. Это реально вообще. Слушай, я ни разу за всю игру, за все эти сотни часов, что вы тут провели, я ни разу не пытался такое сделать. Я, кстати, попытаюсь. Со словами ГГ Тимараков я ливаю. У меня просто есть пикчик, где Гитлер, короче, типа, к башке свой пистолет приставляет, и там надпись «ГГ Тимараков, я ливаю». Да, насчет Тимараков. Я когда эту пикчу увидел, меня порвало, я так ржал. Не, перед таким вещами можно сказать «Выход из профиля». Понимаю. Кого-то азиатка бесит папа, уже. Попустите за меня. Короче. Азиатка. Хорошо. И Маша, поняли? Ну, Маша. Сейчас азиаточку зарежут. А Маша это кто? И медведь? Желтая? Маша ну. Маша ну. Я должен поменять аватар. Чтобы меня не узнали. Давай убей эту Тимошенко уже, смотри, какая риска. Давай! Убейте ее, пожалуйста. Я Борис Бритва, блин. Борис, фиг попадешь. Да ладно. Да, ладно. Просто такое дело, когда в пауге по тебе начинает стрелять куст, я со своим Борис Бритва начинаю бегать, прыгать и уворачиваться. Обычно ты ничего уже не успеешь делать, тебе прилетает СМ-24 из куста, и все. Мне обычно везет, и там какая-нибудь автоматическая винтовка, так что я ловлю пару плюх и начинаю уворачиваться. Ну это реально просто какое-то везение за гранью человеческого. Её убили. Ты еще в Армунии играл. В кустах сидят... А, я помню, ты мне прислал... Ты сам как человек куст, блин, сам сидишь такой с чем-нибудь, с коряком каким-нибудь. Да. Я с пулеметом валялся. А, в самом деле. Чтоб ты понимал, мы с друганом брали вертолет, взлетали на 600 метров, и пока я просто держал вертолет ровно, он стрелял в 2 километрах по противнику. Знаешь, в чем прикол? Берешь, поднимаешь вертолет. Я не знаю, как там с дэмэджем, кстати, но видишь какого-то чувака, и со всего маху присаживаешься на него на вертолете со звуком там-таран-там. Это плохо кончится для вас обоих. Ясно. Потому что ты разобьешься, а он будет раздавлен. Можно... Да и скорее всего пехота противника не потерпит такого низкого летания. О, Винни-Пух перерезали. Не-не-не, вот этого чувака убей. Альбертон. Да, спасибо. Так, а я, пожалуй, посмотрю, во что мы можем еще сходить. Да, можешь пока что рискнуть. Ну, в плане, я-то тут буду, я просто нет! по каталогу положу. Я был так близок! Так, нет! Думаю, ладно, думаю, поехали еще одну карточку. Следующем. Да, я как-то успокоился, мне нормально.
Ну, у нас уже есть список людей, которые мы не любим. Тан-тарадан, тарадан, 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 тарадан. Будем репрессировать. Ой. Хоть будем депрессировать. Вы ничего не слышали. Никто ничего не слышал. Ешь. Так. Ага, резня опять. Ладно. Техасская. Техасская лизня лизнепилой. О, тут рыбки двигаются. Техасская мазня. Да, кто знает. Фига себе! Кто тебя убил? Я вообще не ожидал. Это главное, азиаточка. У меня прошла анимация, что нож пролетает над моей головой, врезается в пол, я делаю два шага вперед, и потом оказывается, что это нож у меня в голове. Да кто поранился там, споткнулся и случайно упал головой на нож. 37 раз. Да. 37 раз? 37 ударов червем, ты точно знал, что делаешь? Походу мы с котом будем в конце. Давай. Ага. Так вот этого чувака... Я обязательно прирежу его! Да! Это видно будет вечной! Лампочка! У меня, кстати, даже нож появиться не успел. Да зачем тебе нож? Это просто, как бы, знаешь, чисто формально. Посмотри на его победы, посмотри просто на его количество побед. Я вижу. Это машина для убийств. Мы с ним играем, ну, практически одновременно. Посмотри на мое количество побед и на его количество побед. Каких 158? Вообще ни о чем. Так, ладненько. Так. Хух. Ну, среди вас лежит убийца. Ой, нет, не надо, пожалуйста. Я не хочу. Справа. Не сработало. А, справа, кстати. А ты где? Ты кто? Это либо кот, либо за шо я-то. Потому я что ты тоже... Я! Конечно, я! Да, давайте. Да, не любят людей на вот, сторону. Ликвидируй того, кто слева от тебя. Конечно же, это я. Я слышу. Люди, с чем вы играете? Вы там на тапочке играете? Вы вообще ничего не слышите, что тихо, происходит? Тихо. Слева это вы рыжая, что? Это рыжая. Рыжая? Да, вот, девушка рыжая. Вы же понимаете, что кто-то из вас может быть убийцей, да? Вот, этот чувак ушахывал... Волка. Что? Как Фури? Фури-убийца. F. Я вам говорил? Да? Детектив. Да, это, он детектив. Катачу. Детектив Катачу. Катачу. Да. Ладно, давайте последнюю навернем. И будем закругляться. Потому что время заканчивается, но весело. Но время заканчивается, но весело. Весело, да. Весело время заканчивается. Ладно, так тоже может. Да, сойдет. Так, мы же начали, да? Да. Секретно. Кого бы застрелить? Бам. Бан. Не сработало. Не бейте. Кстати, если бы я попытался застрелиться, то ничего бы не помогло. Нет. Чувак. Очень сильно возросло количество осечек. Просто не было такого раньше, серьезно. Смотри, уже сколько? 3-4 с начала раунда, прям дофига. Ну, людям везет. Ой, привет. Дайте мне пушку, пожалуйста. Нет! Нет, не убивай ее! Я хочу ее убить! Нет! Такая, а? К доске пойдет! К доске пойдет. Вот это вот еще. А, да, все. Видишь, можно самоубиться. Да? Ну я не знаю. Я не знаю, она просто. Не, у нее закончилось время, ее кикнули. Не убивайте. Нет! А, что за тройка? Отомстите за меня! Фром, отомсти! Фишка вот этого секретного убийства все равно вспышка выдает. Если да, вовремя заметить, нет. Кто стрелял, можно заметить. Но это нужно вовремя заметить. Ай. Мне вообще выстрелить не дали. Да, это справедливость. Никто не знает, кто выстрелил. Нет! Я хотел соседку застрелить. Мне тактически выгоднее, потому что я его сейчас прирежу просто. Да, это победа! Спасибо за то, что ты отомстил за меня. Фу, победа сегодня досталась каждому. Ты же победил?
Нет, конечно. Блин, а... Меня кот прирезал. Жаль, да. Ну ладно. Все, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать. О, у меня 50 кредов заработал. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда. Пока.